Видеоуроки фотошопа. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Алексей Кузьмичев, и сегодня у нас будет небольшой урок для новичков, в котором я покажу, как создать несложный эффект под названием Fish Eye, или по-другому Рыбий глаз. Суть данного эффекта заключается в том, что мы будем из обычной фотографии имитировать снимок, сделанный на специальный объектив Fish Eye, в результате чего получается изображение, как бы немножечко выпуклое на нас. И смотрится данный эффект очень интересно. Сейчас вы сами в этом наглядно убедитесь. Итак, первым шагом давайте продублируем наш основной слой. Нажмем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре. Либо можно щелкнуть правой клавишей по нашему слою. И выбрать здесь пункт «Создать дубликат слоя». Как вам удобнее. И теперь давайте уже перейдем непосредственно к созданию самого эффекта. Данный эффект можно создать несколькими способами в Photoshop. Давайте рассмотрим первый способ. Для этого нам достаточно нажать комбинацию Ctrl-T на клавиатуре, либо перейти в пункт редактирования «Свободное трансформирование». И здесь щелкнуть правой клавишей и выбрать пункт «Деформация». После этого мы переходим на самый верх. Здесь у нас есть вот такой вот выпадающий список, в котором выбираем «Рыбий глаз». Как видите, у нас изображение сразу же деформируется и приобретает вот такую вот выпуклую форму. Данный эффект можно использовать, но мне он не очень нравится. Я предпочитаю делать данный эффект при помощи другого способа. Давайте я его вам также покажу. Здесь я сохранять не буду, просто нажимаю клавишу Escape. И изображение возвращается к исходному состоянию. Я предпочитаю использовать фильтр коррекции дисторсии. Переходим в данный инструмент и идем во вкладочку «Заказная». Здесь у нас на самом верху есть пункт «Геометрическое искажение». Если мы будем перетаскивать ползунок к левой части, изображение у нас будет приобретать вот такую вот выпуклую форму. Если будем перетаскивать ползунок в правую часть, то изображение, наоборот, будет как будто вдавливаться внутрь, как видите. В данном случае нам нужен эффект рыбий глаз, поэтому выставляем примерно вот такие вот настройки. Ставим здесь минус 20. И также при помощи ползуночка перспектива мы можем менять искажение нашей фотографии. Мы можем сделать его чуть-чуть посильнее, как видите. И также можем немножечко развернуть изображение, чтобы, к примеру, в данном случае фара оказалась в середине нашего эффекта, да, примерно. Вот так вот мне больше всего нравится. Можно оставить. И для усиления нашего результата можно даже добавить сюда, например, виньетку. Просто также перетащим ползуночки эффекта влево. И среднюю точку можно также чуть сместить влево. В результате получаем вот такой вот эффект, как видите. Нажимаем клавишу ОК, чтобы его сохранить. И давайте посмотрим на результат. Как видите, до и после. Вот такой вот простой способ поможет вам легко и быстро добавить эффект Fish Eye на любую вашу фотографию. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видеоуроках. Надоело быть чайником в фотошопе? Получите бесплатный базовый курс «Фотошоп античайник». Жмите на кнопку «Получить курс».